сказка, веселая, динамичная, семейная, захватывает, развлекает. Все супер. Интересный фильм. Спасибо. Он классный. Очень понравился сильно. Ну, вообще, это как бы как финальная часть всей вот этой серии про пиратов. Ну, и все на свои места в итоге встало. Ну, очень запутали его, конечно, там все очень завязано на много. Но мне понравился в целом фильм. Клево, мне понравился. Кроме Воробья, был кто-то из старых героев? Все капитаны, все пираты, вот эти, которые главные были. Орландо Блум был, Уильям Тернер, вот, Росса был. Кира Найтли. Какая серия лучшая из всех? Для меня вот это, наверное. Они все хороши. Мне больше третья понравилась. Мне предыдущая понравилась. Про Грааль. Первая. Это не лучшая? Третья. Это самая слабая. Самая плохая вот эта, да? Ну, что значит плохая? В 3D стоит идти его смотреть? На любителя, у кого глаза не болят, то да. Да, стоит, мне кажется. Впечатляет даже очень. Ну да, мне понравилось. А он только в 3D. Иначе там половина потеряется. Вам не жалко 2 часа и 400 рублей? Нет. Нет, не жалко. Нет. 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 Фильм хороший.